Большой спортивный праздник состоялся в поселке совхоза имени Ленина. Он был приурочен к появлению двух новых снарядов – брусьев и турника. Об их установке просили местные жители. В сентябре также, благодаря совместной работе депутатов, граждан и муниципалитета, появилась и сама спортивная площадка. Для наших с вами детей вносили предложения, мы их обсуждали. И благодаря этому в этом году сделано и детские, и спортивные площадки. Казалось бы, пустяк, но на старой площадке брусья были, и занятия на них входили в программу разминки многих жителей, увлекающихся спортом. Великая сила привычки. По просьбе граждан снаряды были установлены. В этом помог главный акционер ЗАО «Совхоз» имени Ленина, компания «Рота Агро». И вместе вот все и с депутатами городского округа, все вместе дружно решили помочь дополнить те спортивные сооружения вот данным турником там и брусьями. Спортивный праздник был организован муниципальными центрами спорта и культуры. Любой желающий мог не только принять участие в развлекательной программе, но и испытать себя в состязании на наибольшее количество подтягиваний. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.